Слушайте, давайте подальше-то зайдем. И патроны для дробовика. Пошли, Катя, сбегала в второй город. Или туда направо сходим. О. Не, во второй город бежать лучше. К нашему дому возвращаться после его. Че, у нас мы с собой-то ничего нет почти еще. Так, я уже патронов на дробовик насобирал. Достаточно. Нифига, что ты там застрелять-то? Это дробовик. Три медведя. Ох, я пристрел вообще. О, еще спит. Ух ты! МП5 исследуешь, вон, да. Килваровые ботинки одел. Исследовал. Одел или исследовал? Исследовал. Здесь я уже обшмонался. Главное, этот фолк еще слышит, сюда иди. О, 4 патрона. Конечно, сбегу в город, но у меня, блин, 3 таблетки только с собой. Патрончики, фалос. А за кем? За файл. Ё-моё, я что-то вещи не берусь вообще. Ты где сейчас? Я в доме. За 300 радиации. Блин, бомжатские ящики, ничего нет. Сука, меня свернуло. Я не понял, где. Стою в радиации. А, Костян тут уже побегал. Ты в радиации там, вокруг животное, меня свернуло. Во второй-то город. Пошлите, только лучше сначала вернуться к нашему дому, а после уже оттуда. Там, по-моему, так бы, по-моему, быстрее. Не, я имею в виду город, который вон там, вон. Не то, не такой, как вот этот вот, со трубой-то. Там недалеко. Там недалеко. Знаешь, где дорога-то к ангару идет? Там дальше-то. Просто что идти-то у меня с собой еще почти ничего не набралось. А, этот круглый ангар-то? Да-да-да-да. Так вот туда. Да. Зачем? Не знаю. Блин. За тобой, наверное. Ну, там где правильно. Это кто? Кто стреляет? Е. Что-то много, блин, потом ты дробаша уж нашел. Дробашом самое то эти, блин, зверей долбить. Что-то тут животных не вижу. А вот нет, идут. Минус один. Это кто, Костян бежит-то? За камнем-то. О, медведи. Да, Костян. Медведи можно ресерчить-то, да, найти? Ага, хрен там. Одну консервку нашел и все. А какие тут медведи? Кстати, патронов для этого пистолета тоже нормально будет. Так, двигаем дальше. О, волк, походу, нормальный вижу. Черный какой-то. Два тут лежат. Мне нужен жир с этого волка. На все 4. А что-то, что тут уже лутано. Где? Потому что нету этого лута. А, ты в ангаре, что ли, уже? Ну. Я еще даже не подошел к нему. На одном месте есть лут, а на другом вот даже нету. О-о-о. Это значит, что недавно такой появился. Че? Короче говоря, здесь недавно лутали. Вот нахуй. Эй, собирайтесь сюда, у ангара-то там. Ничего, бегайте. Я к ангару не знаю. У
Вы охренели, что ли, сразу два волка? Куда мне зайти? Это все путано. Лута вообще нету. Что-то кевларовое написано, чертежи не понимаю, только что это. Кому-нибудь надо что-то? Короче, гнило это дело, и все облутали. А ты город-то пошли дальше. Смотри-то где есть. Здесь. Там стыки вдвоем? Да? Это я один. Я к ангару подошел. Костян, если что. Вот у ангара? Да. Я в нем. О, лут заспавнился. Я никого не вижу. Он слышит тебя. О, Костян. Где я вас не вижу? А возможно еще в другом месте заспавнился лут. Тогда весело. В каком ангаре это? У вас нет в ангаре этого? А, мы про разные ангары говорим. Я имею в виду ангар, который огромный, железный. Да? Так вот. Огромный, железный. Полностью из железа. Мы с Костей здесь. Вы в дальнем, что ли, конце ангара? Я не понимаю. Я зашел, там никого нет. Мы за город забежали. Ага. Там больше на амбар похоже. И там он не железный, а каменный. У него только крыша железная. А тут он полукруглый такой железный. Все равно я понимаю. Но. Где вы есть? За городом, за этим. В какую сторону вообще пошли, мне интересно. Мы нет, вот. Деларек что ли там еще, да? Ну. Ну ё-моё, вообще не в ту сторону идите. Так это ангар-то. А там это гараж. Там что, гараж что ли такой огромный? А кто там бегает, он по центру вижу. Какой-то посыл. Ладно, в ту так сторону, в ту, ладно. Стоять, где бегает? Я не знаю, передо мной бегает парень какой-то еще на крыше, ё-моё. Что тут опасно, думаю, может обратно пойдем? Ай, глюкнуло. А игра тоже зависла. А, выкинет сейчас. Костян, у тебя тоже? А нет, меня не вылетело, нормально. Не, я домой, наверное, сейчас двигаю. Я бы тоже хотел. Это отвечает 24 для завод. Я наверху, меня не должно задеть. Как видишь, ты прям на середину надо, да? Но. Так, подожди, где середина? Тут вот. Она повесила. Опа, взорвалась одной, правильно. Так, дверь моя, заходим, заходим. Заходим. Открой мне там. А вот это не твоя уже. Так, и чё, нам вот эту настенку взорвать как-то? Да, так не закрывай дверь-то. Такую эту? Да. Ну знаешь, она у нас в тот раз вообще не поддавалась эта стенка, я не знаю, стоит ли взорвать-то сейчас. Я думаю, раз эту взорвали, то и эту взорвём, чё уж. Смотри. Долганул что-то. А, аккуратненько так. Поехали. Как бы взорвалась, зараза путная. О да, детка! Yeah, baby. Ое. Слушай, ёб твою. Сколько у них всего? Их тут, кстати, нету. Ломаются раз... спальники. Да. Я тебе потом расскажу, что я нашел. Ты охренеешь просто. Стволы. Блять, чё такого нету, если честно тебе сказать. Наши вещи прям с тагами расположены. Что их уже складывать просто некуда. Ё-моё. Дробовичок. Ну чё, побежали отсюда лучше. Ты спальник-то сломал? А, спальник.
Сейчас. Сломай пока спальник. Где, интересно, не только? Ну не дома, приятный сюрприз он останется. Ну лучше бы, чтобы они были дома. Тебе F1 надо, чертеж? Давай. На, я скину там, вместе с кем-то говном еще. Все, посмотрели-то тут, да? Нет, ну, больше да. Нигде этого-то ящиков или там что-нибудь. Не, вообще ничего а нет. Почему? Ты посмотри, сколько здесь-то еще. Вот, Кири. А, так я еще... Ё-моё, вот, собирай. А, ну все. Спускайся вниз. Сейчас. Там порох, блин, говно всякое. Да я еще не посмотрел все полностью-то. Вот, забирай вот это и пошли отсюда. Видишь? Стрел, нахуй, порох. Короче, давай, давай, давай. Нихуя себе металла-то. Давай, давай, грабь все. Антирадиационный. Давай, давай, двигаем, двигаем. Все. Так. Рабовичок взяли в руку и. Уходи. Давай, двигаем домой, все. Короче, рейд удался. Пацаны соснули. Высшего назначения. Невидимки. Иди мне тоже. Что-то камень что-то, блин. Я косян потерялся. Дерево бьет. Ну как Бэтмен под покровом ночи. Сам дерево лутает, пока нас нету. Вон, я вижу его. Самый умный. Сейчас приколы, типа, мы же зашли. Ёбана. Где стенка-то? Где все патроны-то? Где весь лут-то? Да, стволы где? Че это делал-то хоть? Их и нету. Ну ладно. Так, у них домик где-то вот, вот тут был. А, вот он, вижу. Все нормально. Вижу, где ты там? Шагаю за дом. Стой. Вот это вот. Чё, жопу взрываем или вот этот бок? О! Походу и парня убило взрывом. Масло, Си-4, масло. А чего, охренели что ли? Мне не осталось. 300 до дров, патроны. Идите в воду, короче. Еще 3. Воду берите. 2 ресерча. Так, блядь. Слышишь, сгорит и воду, короче. Охуенно. Только досок, блядь. Слышишь, половину мне. Си-4 моя была. Ломай спальник тогда, лучше. Камень с рукой, да. Мне половину дров отдайте. О, ресерч кит 2. Охренели. Как саранча забежал сразу ящики лутать. Я не охренел тут. Я сейчас 4 это что тогда? Ну все тут ничего нету больше. Два ресерча. Че ломать этот-то? Саранча, ебу, налетели. Даже не успели посмотреть, что там лежит. Ресерча. А что-то ставили? Ага, ставили. Ф
в день гранату оставили стоунсами, фаус очень не взяли. Спасибо, друганы. Спасибо. 9 кончи. Летели. Где? Тут ничего нету, да? Короче, Ч4 давай мне сразу. Я изучу этот, тебе дам потом. Хоть дайте мне дровишек-то немножечко. Чё дома дам? Хоть что-нибудь поделитесь с вами, хрень, что это там. Что за сборище бомжей-то? Не нашли дубленькие соседи-то, а? Может, там вольнуть их нахуй? Чем я особо сам ничего не знаю. Вольнуть их, да и все. Так и сделаю. Давай. Ай, что ты взорвалась, сволочь. Уже. Давай. Повыше надо было. А не, нормально. Вот ай. Ничего нету. Нихуя нету. Как нихуя-то? Сука, лично-то. Вообще нихуя нет. Че за наеб? А нет, тут же печка-то работает. О! Че там? Древишки, металл, сульфит. О, камней-то сколько здесь. Хоть что-нибудь есть в ящиках? Нет вообще. Фак. Фак ящик. К этим-то не ходил? Ничего не появилось у них. Я ходил, они все двери пооткрывали и ушли, короче, походу. Все, входите, кто хочет. Короче, ни хрена тут нету. На. Поцопали.
Won't you come? Won't you come?